Сельские библиотеки Жамбылской области переводят свои фонды в электронный формат. Это позволит сократить поиск запрашиваемой книги и вывести обслуживание читателей на новый современный уровень. На сегодня в регионе работает уже 6 сельских модельных библиотек. Это здание аула Сурым Жаулынского района в 1956 году построили для начальной школы. За 60 с лишним лет его предназначение неоднократно менялось. В разные годы здесь размещались самые разные организации. От местной администрации до угольного склада. А потом и вовсе забросили, вспоминают сельчане. И вот после капитального ремонта здание буквально обрело второе дыхание. Теперь здесь открыли модельную библиотеку. Эта библиотека для нас очень важна. Книги помогают черпать новые знания, обогащают духовно и служат проводником в другие эпохи. Все наши жители будут с пользой проводить здесь время. Материально-техническая база новой библиотеки соответствует всем современным требованиям. В ее фонде более 7500 книг, половина изданий на государственном языке. Сейчас идет внедрение новой программы. В этой программе обозначены данные об авторе, год выпуска книги, тираж и название типографии. Программа «Рабис» позволяет быстро отвечать на запросы читателей. В электронный формат мы уже перевели почти 4000 книг. В нашей библиотеке есть и доступ к интернету. Модельные библиотеки предполагают новейшие информационные технологии и оснащенность компьютерным оборудованием. Основная наша цель – провести модернизацию всех сельских библиотек и превратить их в культурные центры. Всего в области действуют 288 библиотек. 90% из них расположены в сельской местности. 272 библиотеки уже перевели в электронный формат. Всего в фондах библиотек региона насчитывается 4 миллиона книг. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев, Руслан Хатила, Жамбылская область, Хабар-24.